Я слышал, ты хочешь попросить Фиби переехать к тебе. Думаю, нам стоит об этом поговорить. Как мужчина, со мной. Ну, хорошо, давай. Ты с ума сошел? Совсем спятил, да? Если ты станешь жить с Фиби, вы будете вместе жить. Я это учел и знаю, что буду очень счастлив. То есть напуган? Нет, счастлив. Напуган отчасти. Чендлер, чего ты добиваешься? Я пытаюсь открыть тебе глаза. Как ты не понимаешь? Если Фиби переедет к тебе, она все время будет там. Ты возвращаешься домой, она там. Ты ложишься спать, она там. Ты просыпаешься, да, она снова там. Знаю и жду этого с нетерпением. У тебя что, родители были счастливы в браке?